and Rasak. Yitza! Sadira and by Yitza! Конкурс по поеданию печенья, турнир по катанию пасхальных яиц, перетягивание каната, пасхабол и невероятные фотолокации на площадке от программы «Утро на Енисее». Первый краевой встретил Пасху на всю катушку. Сегодня специально в Красноярск приехали из Бородино. Здесь у нас дети живут. Вот муж сегодня поиграл даже в волейбол какой-то там особый. Ну, интересно. С утра сходили в церковь. Посветили куличи, повалились. Ну, а сейчас будем гулять. Наши телезрители с гуляний уходили с подарками, среди которых походные наборы, велосипед, а также угощения от наших вкусных партнеров. Поклонники самой утренней программы фотографировались с пасхальным кроликом, а также позировали всей семьей в импровизированной фотостудии. Гости праздника нагуливали аппетит перед семейными обедами. Мы планируем вначале здесь, потом в гости. Ну и потом гостей у себя ждем вечером дома, как обычно, в семейной обстановке. Я уже покрасил яйца, наклеил наклейки и уже с утра победил. Как вообще обычно проходит ваш праздник? Были ли какие-нибудь интересные случаи, Особо такого ничего не запомнилось, но я люблю праздники. За 6 часов пасхальной акции на площадке «Утро на Енисее» почти сотня гостей сразилась за первенство в турнире по городкам. Разбили одно страусиное яйцо, съели коробку печенья. Сфотографировалось около 200 человек, а заодно украсили около сотни пасхальных яиц. И это несмотря на дождь и шквальный ветер. Эх, не любить, да любить, заново сложить. Завершились народные гуляния выступлением группы «Яхант», которая презентовала красноярцам несколько новых хитов. Гости праздника пускались в пляс, призы нашли своих победителей, а команда канала «Енисей» еще раз убедилась, что телезрители первого краевого – самые лучшие!